Таразе открылся новый учебный центр для детей от 3 до 8 лет, где проводят дошкольную подготовку на английском языке. Преподаватели детского сада используют учебную методику на основе методики Монтессори. Подробнее в материале. С момента рождения ребенка на родителей возлагается особая ответственность, и главное из них – это формирование ребенка как личности. В этом направлении прекрасными инструментами являются сенсорное развитие, математика, творчество, умение читать и писать, различные ежедневные упражнения и развитие языков. В этом направлении и работает новый учебный центр Little Smart. По сравнению с другими детскими садами, этот центр отличается своей учебной методикой. Здесь мы обучаем ребятишек по методике Монтессори. Она позволяет детям более ясно и открыто донести свою мысль. Вот как сами видите, 3-летний мальчик знает про животных и умеет считать. Дай возможность делать самому, так говорят здешние воспитанники. Во время свободной творческой работы дети могут увидеть свои достижения и исправить ошибки, если есть таковые. Учителя говорят, что это способствует развитию человеческих качеств и дисциплины. В детский сад был приглашен специальный эксперт из Дании, который положительно оценил работу этого центра. Одним из несомненных плюсов данного центра является то, что преподаватели уделяют внимание и индивидуальным качествам и возможностям детей. Каждый ребенок уникален. Некоторые проявляют способности к языкам, некоторые хороши в математике. Можно сфокусироваться на сильных сторонах и развивать их. Формирование детей как личности и дальнейшее развитие, несомненно, берет свое начало в стенах детского сада. Поэтому преподаватели центра, сохраняя национальные ценности, всегда в поисках новых методик дисциплины и воспитания. Булат Кунурбаев, Адильбек Самаликов, 77 News.